Блин, нажмите дважды, чтобы развернуть камеру. Вот. Там нет меня. Всем привет. Я с работы. Да что ж такое? Ой, никого не царапала. Всем здрасте, сейчас я выйду тут с территории. Ой-ой. Что-то я сегодня супер крутой водитель. Привет, как дела? Какие интересные вопросы. Ну что, господа, я крайне редко захожу сюда, потому что как-то диалог у меня особо не строится. Вот, поэтому давайте постараемся вот 100 людей, которые вот сейчас зашли в перископчик. Копчик-перископчик. Давайте вы постараетесь задавать нормальные вопросы, а я постараюсь следить за дорогой. И только когда она совсем свободна, буду читать ваши вопросы и отвечать на них. Так, расскажи что-нибудь. Ай, какой вопрос? Какая машина? Почему же всех это так волнует? У меня Lexus. Что нового в работе? Вот. А, я вспомнила, что я вообще вышла на связь. А, значит так. У меня есть такая мысль. Я хочу устроить розыгрыш билетов в свой театр. Я пока не знаю, что я придумаю. Мы подумаем с моим директором, придумаем варианты какие-то. То есть, если это человек с другого города, то я ему оплачу билет, сутки в гостинице, билет, соответственно, туда и обратно, и место, соответственно, сделаю в театре. По-моему, это неплохая идея, да? Вот. Для тех, кто хотел попасть, но не имел такой возможности. По-моему, круто. Только надо придумать, что это будет за штучка такая. Так, идею одобрили, да? Класс. Отлично. И с другой стороны, ну, если это не Лос-Анджелес, в смысле, это если не Соединенные Штаты Америки, то я думаю, что там Казахстан, ну, ближнее зарубежье, СНГ, то вполне, я думаю, что можно будет это сделать. И Украину, и Беларусь, как бы, это не проблема. Do you speak English? Hi! No! Ha. My English is этот, little bee, маленькая пчелка. В машинах не разбираюсь, мне некогда. Немножечко не моя тема. Снега в Москве вообще нету. Совсем. У нас сейчас был прогон на спектакле. Собственно, мы уже несколько месяцев его репетируем. Сейчас мы уже вышли на финишную прямую. Вот сегодня был прогон на зрителя. Тяжело, конечно, все прошло. Завтра еще будет один фотопрогон. То есть это для фотографов. Опять играть целый спектакль. И вечером на публику тоже будем играть. И официально премьера будет 12 числа. Спектакль тяжелый, но интересный. Все-таки советую школьникам на него не ходить. Там 16 плюс, ну потому что он достаточно сложный, и вы его не поймете. А универ новый будет, да, мы скоро приступаем к съемкам, поэтому ждите. Так. Не боишься так водить машину? А как ее водить? В смысле, я нормально веду машину? Я сейчас на светофоре остановился, прочитала вопрос. Ха, Саша хорошо поживает. А, киноработы, сейчас я вам еще расскажу. Да, у нас 13 числа это будет, ну, премьера, она будет для прессы, артистов, и какая-то часть будет людей приглашенных. Это будет показ фильма «Пятница», в котором я снималась летом. Будет в кинотеатре «Октябрь» проходить. Это 13 числа. То есть 11 у меня спектакль «Формалин», днем у меня прогон спектакля, 12 у меня прогон, получается, днем будет и вечером еще будет спектакль. А 13 у меня будет премьера. А 17, кстати, Краснодар. Если здесь есть кто-то из Краснодара, помашите мне ручкой. Лечу в Краснодар 17 числа презентовать этот фильм, собственно, «Пятницу», который выйдет в кинотеатр 26 числа. 26 февраля. Потом еще снялась в фильме «Держи удар, детка». Он выйдет осенью. Что там, я пока не знаю. Там у меня небольшая роль.
я еще не озвучивала, даже не знаю, что получилось, но вроде как ожидается смешная комедия. А фан-встречу почему не устраиваю, ребят? Раньше это было проще, потому что, ну, как бы, приходило не так много народу, а сейчас я просто как бы немножечко побаиваюсь. Побаиваюсь, потому что, ну, как-то это действительно тяжело. Так, что, какие вопросы? Давайте. В каком универе училась? Я закончила ГИТИС в 2010 году. А, по поводу комментов тупых в Инстаграме. Ну, ребят, вы же понимаете, что это как бы... Я не, на самом деле не так на это прям яростно реагирую, просто мне нравится снимать на эту тему ролики. И, собственно, не было бы плохих комментариев, не было бы и роликов. Вот. А как бы очень многие говорят, вот, ты не обращаешь внимания на хорошие комментарии. Я на них внимание обращаю. Просто снять смешной ролик про хорошие комментарии я не представляю возможным. То есть я не знаю, каким образом это можно сделать. Так, твои видосы в Инсте. Спасибо большое, что вам нравятся мои видосы. Вот, иногда, конечно, бывает творческий кризис, вообще ничего не придумывается. А иногда прям по 15 штучек в день. Был ли мальчик? А вот думайте, был ли он. Я думаю, мы эту тему еще продолжим. Так, это очень классно. Спасибо. Да, я такая. Черт возьми. Какая любимая роль. Ну, честно говоря, мне пока театр больше нравится. Сколько мне лет, столько не живут. 28 мне лет. Как на личном. Господи, что всех интересует? Рост, вес и с кем я сплю, черт возьми. Как интересно. Сильно изменилось с первого сезона универа. Вас что-нибудь, кроме универа, интересует? Расскажите мне. А? Люблю ли я танцевать? Люблю, но не умею. С кем? Чё? Как? Спортивные успехи. Ребята, блин, я неделю не была в спортзале. А не была я, потому что, видите, во сколько я заканчиваю. У нас сейчас в Москве почти 11. Я уезжаю из дома в 11 и приезжаю домой в 11. Вернее, в 11 я не уезжаю, в 11 у меня уже обычно репетиции начинаются. Поэтому я неделю пропустила. У меня первый выходной, получается, будет 8 числа. Вот 8 я уже записалась, и 9-го. Все, тренер меня ждет, будем с ней покорять новые высоты. Как питаюсь? Сейчас мне доставляют, я об этом скоро в Инстаграме расскажу, очень интересная тема, там разработано индивидуальное меню. Сейчас я на программе сушка. Ну, хотя без спорта сушка, ну, смысла там большого, конечно, нет, но зато хотя бы не заплываю, но и не теряю мышечную массу, то бишь не... Но это неправильное похудение, когда оно идет за счет недобора белка. То есть, так как бы внешне ты худеешь, но неправильно. Как скинуть вес? А жрать нормально надо. А вот нормально будешь жрать, и так и скинешь вес. И плюс кардионагрузки обязательно добавить. Если у вас нет возможности ходить в спортзал, вы можете бегать по улице. Это то же самое. Куча всяких обучающих видео. Опять же, Body Lab. Там 9 подписок, по-моему, у меня в Инстаграме. Среди них можно посмотреть. Это, ну, это более бюджетный вариант, нежели чем фитнес-клуб и занятия с персональным тренером. Там вы можете позаниматься, посмотреть. Там есть пробные тренировки, вы их можете взять, если они вам понравятся, то вы можете как бы продолжить обучение потом в классе со мной. Там все начинают кричать: «О, ты сама еще ничего не добилась». Там как бы не я преподаю, там преподаю очень крутой тренер, а я как бы занимаюсь, и там фишка в этом, то, что вы как бы со мной, я там ля-ля-ля, а он говорит, что делать. Так, что еще, сколько, за сколько времени накачалась? Ну, я начала заниматься где-то больше года, но не два. Сначала с большим трудом, мне все не хотелось, не хотелось, а потом стало хотеться. Шли нахер всех недовольных. Недовольные, идите нахер. Так, в каком театре я... Вот сейчас рассказывала долго-долго о том, что я работаю в театре на Малой Бронной. Куда вы можете попасть? Сейчас у всех замечательная возможность такая скоро появится для новоподключившихся. Рассказываю, что хочу устроить конкурс, пока не знаю какой. Человек, который победит из любой страны СНГ, собственно, будет оплачен мною билет, гостиница оплачена и, соответственно, билетик в театре.
А вот как ты поступил, как ты решил поступить на актерское? А я узнала, сколько артисты получают, решила поступить. А потом узнала, что нужно, знаете, сколько лет работать, чтобы получать много денег. Так что эта профессия на самом деле очень сложная. Это вот вы видите только, как мы тусуемся, классно одеваемся и выходим на какие-то показы, и всегда мы типа в тонусе. Знаете, сколько приходится переживать всякого говна, который происходит вокруг, и плюс за вот эту славу, конечно, приходится многим расплачиваться. Это личная жизнь, о которой нельзя рассказывать. Что хочу устроить конкурс, пока не знаю какой, человек, который победит из любой страны СНГ, собственно, будет оплачен мною билет, гостиница оплачена и, соответственно, билетик в театре. Вот, как ты поступил, как ты решил поступить на актерское? А я узнала, сколько артисты получают, решила поступить. А потом узнала, что нужно, знаете, сколько лет работать, чтобы получать много денег. Так что эта профессия на самом деле очень сложная. Это вот вы видите только, как мы тусуемся, классно одеваемся и выходим на какие-то показы, и всегда мы типа в тонусе. Знаете, сколько приходится переживать всякого говна, который происходит вокруг, и плюс за вот эту славу, конечно, приходится многим расплачиваться. Это личная жизнь, о которой нельзя рассказывать, потому что все начнут в нее лезть. Это невозможность куда-то спокойно выйти, потому что ты постоянно на виду, тебя узнают, это очень тяжело. Конечно, кто-то может упиваться этим. Мне, допустим, сложно, мне не очень приятно. Вот. Но я не жалею, потому что... Иногда, конечно, жалею, но... Знаете, когда выходишь на сцену, когда ты играешь, и когда потом 600 человек, ну как бы не все из них кричат «Браво!», но они тебе аплодируют, вот это, конечно, ни с чем не сравнится. Но это не все так просто. Не все так просто. И очень многие девочки, они когда маленькие такие, думают: «О, я красавица, все, пойду в артистки». А если у человека было благополучное детство, если у него все было прекрасно в жизни, он, ему нечем делиться, в нем нет боли, которая есть у каких-то настрадавшихся, что ли, людей. И когда у тебя все классно, ты просто не можешь показать, ты не можешь рассказать о чем-то зрителям, о чем может рассказать человек с израненной душой. Поэтому в основном в эту профессию идут люди немножечко больные на голову отчасти. Ну, вообще профессия не мужская. Мужики, актеры, я кого-то девочек разочарую, но мужики-артисты, они чуть меньше, чем мужики. А женщины-артистки, они, да, немножечко поинтереснее, чем просто женщины. Ну, потому что как бы в одной женщине сочетается много разных женщин, а мужик-артист – это баба, черт возьми. Откуда еду? Я еду с работы. Еду домой. Слова Белучи? Это не слова Белучи, это до Белучи уже сказали 500 человек. А смотришь, Катю Клэп. Да, мне вот заняться нечем. Сижу, блогеров смотрю в Ютубе. Так. Дети когда будут? Ёшкин кот. Всему свое время. Когда надо, тогда и будут. Дети, они никогда не появляются не вовремя, не вовремя. Они просто появляются тогда, когда они появляются. Пока не появились, значит, не время. В Англии гастроли? Не, ребятки, в Англию не планируется гастроли. У нас, кстати, летом куда-то едет театр. Я сейчас пока не знаю. Вы можете зайти на афишу театра на Малой Бронной и посмотреть. Но как здорово, у меня 6 тысяч человек смотрят. Так... Планируются ли спектакли в Крыму? Нет, ребят, пока ничего нету. Но у меня в планах есть сделать какой-то спектакль, либо моно, либо что-то такое на небольшое количество человек и с этим покататься, либо какую-то, я не знаю, программу, потому что мне, в принципе, хочется поездить по городам. Но пока у нас как бы репертуарный театр, и он не выездной в обычное время, то есть иногда бывают гастроли, но спектакли такие... сложные технически, поэтому очень сложно их просто брать и вывозить. Не все сцены, они под это рассчитаны. Ну
что, в Уфу не собираюсь. Ребятки, я уже практически приехала, поэтому спасибо большое всем, кто меня смотрел, за ваши сердечки, вопросики. Давайте до новых встреч. Все, всем пока. Всем хороших выходных.